Доброго времени суток, Ксана Веру на связи. Перед нами автомобиль Kia K5, автомобиль, набирающий популярность в России, южнокорейской компании. Что мы имеем? Прекрасный 10-дюймовый дисплей, но с отсутствием необходимых нам функций. Что позволяет наше решение? Без вмешательства в работу штатного головного устройства мы получаем YouTube. Работает все у нас со штатных колонок. У нас здесь установлена аудиосистема Bose. Также многими любимый Яндекс.Навигатор. Конечно же, с Алисой работает все шустро, без каких-либо проблем, во весь экран. Можно установить любые приложения по желанию клиента. В данном случае у нас Яндекс.Браузер, телевизор, радио, навигатор, YouTube. Спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, наши контакты вы можете увидеть в описании.